Где-то там, за колючими кустами ежевики, есть маленькое королевство эльфов и фей. А населяют его очень-очень маленькие существа. Я Бен Эльф. А я принцесса Холли. Пойдем играть. Подожди! Продюсер Фил Дэвис. Авторы идеи и режиссеры Нави Лесли и Марк Бейкер. Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в маленьком замке. Дейзи и Поппи. Сегодня мы будем есть на завтрак кашу. Ура! Каша! Ну посмотрите, горшок совсем пустой. Да, Холли. Дейзи и Поппи сейчас будут упражняться в магии. Няня Плам обучила их заклинанию. Чудо! У меня нехорошее предчувствие. На всякий случай, няня Плам, все пройдет как надо, правда? Да, Ваше Величество. Нам не нужен еще один потоп, как в прошлый раз. Тогда было желе, каша совсем другое дело. А Дейзи и Поппи упражнялись так долго. Маленький горшок наполни. Раз, два, три. Молодцы, Дейзи и Поппи. Пусть готовят завтрак почаще. Очень вкусно. Еще. Дейзи, Поппи, хватит. Еще. Спасай, няня! Маленький горшочек, стоп! Гадость! Я чуть не утонула в этой жуткой каше. И все благодаря моим глупым сестренкам. Не надо, Холли. Запомни, Дейзи и Поппи еще младенцы. И сейчас мы наведем здесь порядок. Я совсем забыла, что они знают слово «еще». Еще! У меня в детстве любимое слово было «бах». Плохое слово для маленькой феи, кстати. Бах! Бах! Дайте палочки. Все, я пошла гулять. Друзья обещали прийти со мной поиграть. Ах, да, Холли. Мы с мамой хотели, чтобы твои друзья поиграли с Дейзи и Поппи сегодня. Но папа... Чтобы близняшки научились вашим играм. Но мама... Привет, Холли! Здравствуй, Бен. Ты выйдешь погулять, Холли? Прости, Флёр. К сожалению, я не могу на поляну выйти. А это почему? Дейзи и Поппи со мной. Так что придется играть во дворе. Ай! Ой, какие они милые крошки. Они вовсе не милые. Чудо! Хочешь взять мою палочку? Правда она красивая? Нет, Флёр. Киска, кот. Мяу. О! Я вижу, твои друзья привели котенка с собой. Мяу. Это Флёр. Она дала Дейзи волшебную палочку. Понятно. Убегай, киска. Верни нам Флёр. Ну, а кого из вас превратили в насекомое? Нет, мам. Это Гастон, божья коровка. Он должен быть таким. Ах, да, конечно. Привет, Гастон. Так, дети, девочки, еще малышки, будьте с ними помягче. Хорошо, Ваше Величество. И близняшкам ни в коем случае нельзя уходить со двора. Да, мама. Удачи! Да уж, твои младшие сестры – это что-то. Я знаю, они опасные. Так что не давай им палочку, Флёр. Но они такие милые, эти крошки. Я уверена, они не хотели превращать меня в кошку. Мяу-мяу. Ну, во что мы будем играть? Придумал. Давайте играть в прятки. Прятки, прятки.
шутки. У нас одна проблема. Близняшки совсем не умеют считать. Я помогу им считать. Я очень хорошо считаю. Давай. Так, закрывайте глазки. Быстро все прячьтесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я иду искать, кто не спрятался, я не виновата. Ой, а где близняшки? Дейзи, Поппи. Так высоко летать небезопасно. Киска-кошка. Мяу. Ух ты! Флёр опять превратили в кошку. Убегай, киска. Верни нам Флёр. А где же близняшки? Они вроде как улетели. Они что ли сбежали? А еще у них моя волшебная палочка. Кто знает, что они теперь натворят. Не бойся, я их найду. И я, эльфы, превосходные сыщики. А мы настоящие эльфы. Итак, как вы будете искать их? Просто Гастон пойдет по следу. Гастон, найди Дейзи и Поппи. Боже мой, Дейзи и Поппи, вы так далеко от дома? Мы позвоним вашей маме и папе. Зайка, зайчик. Так, так, Дейзи, думаю, тут ты не права. Зайка, зайчик. Что здесь происходит? Зайка, зайчик. Еще! Что это за грохот? По-моему, он идет с той стороны. Ясно. Я думаю, мы нашли моих младших сестер. Ба! Смотрите, сколько зайцев! А на этом папина шляпа! Поппи, Дейзи, что это значит? Зайчики, зайчики! Они превратили эльфов в зайчиков! Дейзи, это не смешно, даже глупо. Отдай палочку. Киска-коска, вот! Милые крошки, я знаю, вы не нарочно. Мяу! Птичка, птичка! Птичка-птичка. Фу, как ты думаешь, все? Да, к счастью, птице нечем взять палочку. О, Барнаби и Бен, где девочки? Котята – это Холли и Флёр, а птички – близняшки. Что? Просто Дейзи и Поппи немного позанимались волшебством. Понятно. А кто эти зайцы? Это эльфы. Ясно. Нам предстоит большая работа. Убегайте, киски, вернитесь, феи. Убегайте, зайки, вернитесь, эльфы. Улетайте, птички, вернитесь, дети. Холли. Ты должна была присматривать за сестрами. Прости, няня, но они просто невыносимы. С ними нелегко справиться. Что ж, вроде никто не пострадал. Не пострадал? Нас превратили в зайцев. Я знаю, я в восторге. Но... Наши малышки настоящие волшебницы. Жаба, жаба! Я забираю палочки. Больше вам они сегодня не понадобятся. А как же няня Плам? Ее нельзя оставить жабой. Нельзя? Да, пожалуй, нельзя. Хорошо, Холли. Расколдуй ее обратно. Убегай, жаба, верни нам няню.
ночи, малышки. Сладких снов. О, они уже крепко заснули. Да, у них был очень трудный день, Ваше Величество. Видимо, игры с большими ребятами очень их утомили, Холли. Да, мама, что-то вроде того. Интересно, какие милые сны им сейчас снятся? Тигр, аллигатор. Крокодильчик.